Паджия. Правительство Украины сегодня введет мораторий на выплату так называемого российского долга. Еще раз напомню, что Украина провела реструктуризацию долговых обязательств с адекватными кредиторами, которые приняли условия и предложения украинской стороны. В связи с тем, что Россия отказалась, Кабмин вводит мораторий на выплату так называемого российского долга. Мы вводим мораторий на выплату 3 миллиардов долларов по евробондам и на выплату 500 миллионов долларов, которые две украинские компании, КБ «Южная» и компания «Укравтодор», имеют как долговые обязательства перед российскими банками. Мы запроваджуем мораторий. Между тем, долг в 3 миллиарда Международный валютный фонд признал суверенным и государственным. Если эти средства не будут выплачены вовремя, на Украине автоматически включится режим технического дефолта. Это будет сигнал всем спонсорам. Страна не в состоянии отдавать займы. Кроме того, Москва обещала обратиться в Международный суд, который может заставить Киев расплачиваться собственными активами. Что же касается долга украинских компаний перед российскими банками, то эксперты недоумевают, почему кредитные учреждения еще не ушли из государства, которое ведет откровенно жульническую финансовую политику.